Серия «Вантаж» от компании «БАК». Отличный городской нож. Серия «Вантаж» на «Бруталике» представлена тремя ножами. Первый – «Селект» с рукояткой из пластика, «Авид» с рукояткой из стабилизированной древесины и «Про» с микартовой рукояткой. Ножи серии «Вантаж» отлично открываются левой и правой рукой, либо за отверстие в клинке, вот таким образом, либо своим известным флипом. Материал, из которого изготавливается клинок в серии «Авид», также разнится. У «Селекта» это 420-я, у «Авида» – «Сэндвик», у «Про» – CPM S30V. Рукоять ножа очень удобная, позволяет упереться большим пальцем в обух. Этот выступ не дает указательному пальцу соскользнуть вперед, а если положить нож сюда, ножом удобно выполнять мелкие строгающие работы. Все ножи серии «Вантаж» произведены в США и на территории России не являются холодным оружием, ввиду небольшой длины клинка. Лица этого ножа может быть переставлено на левую и на правую сторону. Таким образом, ножом удобно пользоваться и правше, и левше. Клипса глубокая, когда вы сажаете нож в карман, он практически не торчит из этого кармана. Ножи серии «Вантаж» я бы рекомендовал для ношения в городе. Этот нож будет уместен и на кармане джинс, и в случае классического костюма. Отличный, хороший городской нож. БАК «Вантаж».